Привет, меня зовут Мари. Вы все, конечно, меня знаете. И вы знаете моих родителей. Это мой папа. Он родился, вырос, учился и еще учился. И стал большим. А это моя мама. Она тоже сначала родилась. Потом училась. Потом еще училась. Стала тоже большой. И вот они познакомились. И потом у них была свадьба. Свадьба была веселой. Жалко, меня там не было. Потом я родилась. Смотрите, какая я хорошенькая. И не давала спать папе с мамой много ночей. Как-то раз папа сказал маме, что хочет сына. А мама была не против. На следующий день появился Амир. Мама, конечно, говорит, что его принес аист. Но знаю, что его нашли в капусте. Папа говорит, что очень важно иметь много капусты. И вот пошел уже год. И Амир отмечает сегодня свой первый день рождения. Амир, я тебя поздравляю. На следующий ролик ты будешь описывать сам. Все, я устала. Мама, теперь ты мне купишь Лего?